Что произошло в Абхазии, скажу. Из всех выданных кредитов на сегодняшний день 1 000 000 000 000 рублей – это просроченные кредиты, это невозвращенные проценты. 1 000 000 000 рублей – это очень большая сумма для Абхазии. А что такое кредитная система? Что такое в целом банковская система? Это кровообращение в организме, где кровь не застаивается. Она постоянно должна двигаться. А когда государство стимулировало этот вид деятельности, а люди, получившие кредиты по разным причинам, не возвращают и не собираются вообще возвращать. Кто-то купил джип, кто-то купил квартиру, кто-то потратил на что-то еще. И, естественно, это серьезно тормозит всю банковскую деятельность. Мы с 2005 года очень бережно относились к деньгам Сергеем Васильевичем и готовы ответить за каждый рубль, который вышел из-под нашей росписи. Пусть никто не надеется, что мама поможет, папа поможет, антквап поможет, ничего подобного. Война с коррупцией, война без забот. Война с коррупцией идет который год, да я не верил сам, но люди мамой поклялись. Снапачипалу амчра, хинткарра конституция, ехепи уямш, вот ты уяпепш, рых через схо и шасырху. О каких кредитах идет речь? Да что вы, Господи. Побойтесь Бога, вы и те, кто об этом пишет. Я могу ошибиться в каких-то небольших цифрах, но скажу так, по памяти. С 2005 года по 2012 год из приватизационного фонда ушло в работу примерно 1 030 000 000 рублей, что деньги, отданные на развитие бизнеса, скажем, да, собственного бизнеса, плохо возвращаются. Вот это да. Если об этом знает президент и не принимает никаких мер, он соучастник, он соучастник, он соучастник, он соучастник.